Здравствуйте, меня зовут Артем Богатов. Мне 8 лет. Я учусь в Солдинской гимназии, город Нарва. Я прочитаю стихотворение «Не играйте, мальчики, в войну». Я посвящу это стихотворение своему прапрадедушке, который пропал на войне без вести. «Не играйте, мальчики, в войну». Владимир Вологдин. Мальчикам, играющим в войну, я в больших ладонях протяну 20 взятых наугад оловянных маленьких солдат. Ты смотри внимательно, дружок, это тот без рук, а тот без ног. Третий черный, зубы лишь как мел. Видно, в танке заживо сгорел. А четвертый ордена, как щит, он в Берлине в мае был убит. А вот этот на густой заре в 43-м утонул в Днепре. У шестого на глазах слеза, 40 лет как выбило глаза. Гость-солдат ребятам протянул: не играйте, мальчики, в войну.